Сегодня мы находимся в месте, куда практически не ступает нога мужчин. Но здесь очень часто бывают девушки, женщины, дамы и девочки. Святая святых. Маникюра, педикюра, шугаринга, оформление бровей, макияжа, причесок и афрокос. Я приветствую вас в Шабалина Nails Studio. Я, конечно, понятия не имею, что это, но я надеюсь, что кто-нибудь расскажет. А где Юлия, основатель Шабалина Nail Studio? Юлия Шабалина, и она вам сейчас проведет... Рум-тур. Рум-тур для вас? Ну, в первую очередь, это, конечно же, маникюр и педикюр. Это наши флагманские услуги. И также сейчас у нас появилось достаточно много дополнительных услуг, которые вы можете получить как отдельно, так и совместив с маникюром и с педикюром. Это оформление бровей, это укладки, это макияж, шугаринг и, конечно же, афрокосы. Ну что, пойдем? Здесь у нас кабинет шугаринга, но заходить мы сюда, конечно же, не будем. Все-таки процедуры идут. Прямо у нас находится учебный класс, где, собственно, сейчас проходит базовый курс маникюра. По левую сторону у нас магазин, где много всяких ништячков. Обучающий процесс, собственно, вот он. Можете его посмотреть прямо за этой стеклянной дверью. Здесь располагаются два наших зала маникюра. Это первый зал. А это серый зал, где сейчас гораздо живее обстановочка. Сейчас мы находимся в Святая Святых, в том месте, которое должно быть у каждого мастера, в каждом салоне, в каждой клинике. Как вы уже догадались, это стерилизационное. Начинала с маникюра на гладильной доске, собственно. И как-то так постепенно, потихоньку проходила обучение, мне было это интересно. И, собственно, когда клиентов некуда было к себе записывать, я решила открыть кабинет, назвать это студией, взять одного мастера. И, собственно, с этого, наверное, всего и началось. Что дальше? Что дальше? Сеть салонов? Выйти на Россию или хотя бы пока завоевать Хабаровск? Нет, я думаю, то, что мы нужны в Хабаровске, потому что, чтобы предоставлять все-таки качественные услуги, качественный сервис, тут, как ни крути, должно быть личное присутствие. Как ты к этому относишься? Потому что для многих ты просто являешься таким примером в бьюти-индустрии. Ну, на самом деле, я обычный открытый человек и... Ну, как бы ничего такого я не ощущаю. Все люди как люди, а я суперзвезда, это не про тебя. Это не про меня. Да, могу сказать с уверенностью, это точно не про Юлю. Сложно управлять сейчас вот этим вот огромным организмом или нет? Ну, скажу так, непросто. То есть все-таки сейчас в команде, если брать администраторов, менеджеров и мастеров, получается, если не ошибаюсь, 28-30 человек. То есть, конечно, когда там было 5 мастеров, это было гораздо проще. Сейчас как бы это увеличилось 6 раз, поэтому это гораздо сложнее, потому что разные люди, разные характеры, и у всех, конечно, наверное, какие-то свои мысли, свои предпочтения, поэтому, конечно, здесь не обойтись без делегирования. Расскажи, чем вы здесь занимаетесь? Как вообще это все получилось? На самом деле, да, начиналось все с ногтей, и будучи мастером маникюра, я брала только мастеров маникюра, потому что считала так, что если я разбираюсь в ногтях, значит, я могу полностью по достоинству оценить качество выполненной работы и предоставить эту услугу на топовом уровне. Получается, маникюр, педикюр, шугаринг, макияж, прически, афрокосы. Брови. 7. Прям счастливое число. Я совсем забыла еще обучение. Обучение. И магазин. Обучение и магазин. Мужчины ходят? Ходят. Ходят. Но... Ходят не просто на маникюр, а на маникюр с покрытием. Еще и с покрытием ходят. Ага, отлично. Но, наверное, больше все-таки женщин. Нет, конечно, больше женщин, но и мужчин сейчас стало тоже приходить. Вот мне кажется, прям с каждым днем больше и больше. Причем вначале их записывают жены, а потом они приходят сами. То есть уже не стремаются потом. Да, уже нормально. И также приходят на маникюр с покрытием. Ну, для меня это, не знаю...
как татуировки только на ногтях, поэтому я считаю, что это просто как дополнение стиля. Юль, благодарю тебя. Спасибо большое. Всё. Спасибо.